Братские печеньки. Свечку зажги. Думаю, будет круто. Типа, кто-то закупается хлебушком на случай коронавируса, крупами там, макаронами, туалетной бумагой, а кто-то братскими печеньками. Различных видов. Печенек должно быть много. Вдруг это будет длительное занятие. Даже зоологическая печенька есть. Ну, как видите, разные зверюшки присутствуют. И слоники, и черепашки, и хрюшки, и зайки какие-то. Поэтому, ребята, запасаемся печеньками. Бррррр.